Что ж, кажется, дилер снова бросил мне вызов. Всем хай, с вами Юджин, и сегодня мы снова играем в Buckshot Roulette. Дело в том, что игра вышла в Стиме, она супер обновилась, добавились новые предметы и еще режимы какие-то новые, и интеллект дилера стал интеллектуальней. Посмотрим, сможет ли он победить мой интеллект. 50 на 50, на самом деле. Блин, это лучшая игра этого года, мне кажется. Мы снова в туалете. А как выбрать режимы? Никак? Ладно, пойдемте тогда вышибаем дверь. Так! Мужик стоит, который будет нас реанимировать. Дилер, здорово. Подпиши отказ от претензии. Ну, давай подпишем. Назовем себя... Пуся... Пуся. Пуся пришел побеждать. Надеюсь, будут сейчас какие-то новые предметы. Я очень надеюсь. Один боевой, два холостых. Я оставлю патроны в случайном порядке. Даже если сейчас не будет новых предметов, я просто повеселюсь, поиграю. Вместе с вами. Один боевой, два холостых было, да? Шансы есть. Осторожнее. Как так повезло мне, а? Взял единственный патрон себе всадил. Ну, конечно. Ну, конечно. Ты теперь будешь такой смелый весь, да, себе в рот пускать. Вот это интеллект у него. Хорошо. Три боевых, два холостых. Короче, надо будет сейчас все в него направлять. Абсолютно все. Они попадают в патронник в скрытой последовательности. Ну, короче, в него. Я уверен, что это будет боевой... Бам! На! Только теперь сейчас он будет стрелять в меня. И я проиграл. Мое дебильное решение стоило... Погоди, пожалуйста, давай! Есть! Есть! Отлично! Ух! Он мне подсобил? Надеюсь, нет. Надеюсь, что это он реально такой, ну, мало ли, повезет. Он боялся пропустить ход. Пусть я побеждает! Пусть я всегда побеждаю. Ну, давай, новые предметы хочу. Два предмета каждому. Больше предметов перед каждым раундом. Это мы знать. Это мы все знать. Ничего новенького, но это постепенно будет. Ему две пилы досталось. Опа! Один боевой, один холостой. Что же мы делаем? Что же мы будем делать? А я поставлю все на этот раунд. Ой! Ой! Надо было... Черт! Надо было... Ладно, все, я все поставил. Короче, будем считать, что... Будем считать, что вот... Все. Как я тупанул! Они понизили мой интеллект! И повысили его, и мой понизили. Надо было наручники ему прицепить, чтобы я точно смог победить. Ладно, он всего мне 2 хп сейчас снимет. У меня еще 2 останется. Не дал договорить даже, козлина. Никак не уважает меня. Сейчас мы поквитаемся с тобой, гад. Че дашь? Лупа. Ага, это мы помним. Еще одна лупа. 2 на 2. 2 на 2, хорошо. Попытаемся это запомнить. Давай, интеллект, Евгения, пожалуйста, не подведи. 2 на 2. Сейчас я бы посмотрел. Боевой. Хорошо, одевай наручники. Получай. На. Хорошо. Хорошо всадил. Сейчас мы сравняем счет. Для этого я посмотрю, конечно же, в лупу еще разочек. Остался один боевой и 2 холостых. Нужно убедиться. Это холостой, себе в рот стреляем, значит. И вот следующий опять 50 на 50 осталось. Ненавижу эти моменты. Но при этом они такие щекотливые, всегда мне нравятся. Давай. Это боевой. Да, мы сравняли счет, прекрасно. Ух. Ждем следующий расклад. Мне было бы все равно страшно стрелять из дробаша, даже если я знаю, что там холостой. Стрелять себе в рот очень неприятно. Пила. Лупа. Опа. 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 Значит, 3 боевых, 2 холостых. Сейчас я победю. Ну давай.
Пожалуйста. Я победю. Сейчас сразу в третий раунд перейдем. Вот хорошо, вот хорошо. Сейчас мне пока везет. Но это потому, что мы еще, наверное... Наверное, мне кажется, нужно пройти игру разок. И потом нам дадут уже всякие улучшения, много разных предметов, куча других режимов и более высокий интеллект. Третий раунд. Это будет такая разминочная игра. Что ж, видимо, и подошло время финальной дуэли. Больше никаких дефибрилляторов. Дефибрилляторов никаких. Только ты и я, и наш последний танец на грани жизни и смерти. Дефибриллятор. Все время трудно сказать это слово, как маршрут. Маршрут, у меня шрут. Стоп, стоп, о. Так всегда было? Да, всегда так было. Маршрут. Сложное слово. Напишите в комментариях слово, которое вам сложно выговорить. 4 предмета каждому. Лупа. Сиги. Сиги. Пила. Неплохо, 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 неплохо. Ой, как много там всего. Правила, ты знаешь. Хорошо, 1-2. Я знаю, что это тупо сейчас будет с моей стороны, но я хочу выстрелить себе, попытать счастье. Мне кажется, что это будет холостой почему-то. Это очень страшно. Ладно, сейчас я посмотрю. Ага! Сейчас кто-то будет лобызать. Получай. Получай! Нормально, нормально, снял с него. Подсбрил ему здоровье, давай, что ты будешь делать? Сиги возьмет. У меня тоже две пачки есть, так что... Я тоже так умею. Ну, что он там? Ну да, он в себя, потому что там остался один холостой всего лишь навсего. Сейчас многое решит следующая катка. Во-первых, что за предметы мне дадут? Лупа, это хорошо. Опа, две лупы, это хорошо. Пивас. Боже мой. Лучше бы пилу дали вместо еще одной лупы. 4-4. Ой, будет здесь сложно, будет считать. Давайте прям лупы пользоваться, мне кажется, вообще нет смысла не пользоваться. Ага, значит, это стреляем в себя. Значит, скорее всего, следующий будет боевой. Шанс велик. Да, да, 3-3 осталось. Так, теперь его... О, у него наручники есть, конечно же, гад. Боевой убрал, осталось... 3 холостых, 2 боевых. О, если сейчас будет боевой здесь. Очень любопытно. О, там боевой! О. Не, ну гад. А, черт, я забыл. Осталось один боевой и 3 холостых. Он до этого какой вытащил с помощью пива? Да вы что, угораете? Так, ну все, все. Ни одного боевого, по-моему, не осталось. Все остальные холостые. Ладно, нам нужно восстановиться. Окей. Восстановиться. Точно осталось 0 боевых. Поэтому я стреляю в себя. Да. Будет смешно, если я ошибся. Вы уж такие просто рвете себе волосы на голове. Нет, я не ошибся, не мог. Да, да, все это, все холостые. Фига они просто в ряд. Ну ладно. Так, неплохо. Очень неплохо. Что у нас там? 3 боевых, 2 холостых. Воу. 3 боевых, 2 холостых. И мне ни одних наручников не дали. Давайте, во-первых, восстановимся по полной. Три боевых, 2 холостых было, да? Это боевой. Окей, 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 хорошо. Сейчас придется вообще все предметы израсходовать, которые у меня есть. 2 боевых, 2 холостых осталось. Теперь... Теперь он, конечно же, да, воспользуется наручниками. 2 боевых, 2 холостых. И он сейчас их все... Благо, у него нету пилы. Это хорошо. У него трое наручников. Так, это мне прилетит. 1 боевой, 2 холостых. 1-1 осталось.
Неужели мне прилетит опять? Есть! Да, но сейчас будет нару... А! Хорош? Во-первых, да, надо взять... восстановиться. Считай, мы не коцанные. А теперь ты. Открой рот пошире. А почему здесь такие две молнии изображены как-то по-странному? Как будто они восстанавливаются или нет? Готов. К чему? И я не понял, что это значит. Теперь у него только один шанс. Я победил. Это же 100 пудов. Окей, 4 на 2. Да, 4 на 2 было. 3 на 2. 4 на 2. Извини, друг, но ты проиграл, кажется. Ага. Это я. На себя. Это даже рисковать не хочу. Я хочу быстрее новый режим открыть. Вы что, угораете? Ну, здесь уже точно должен быть. Да, я забыл, сколько там было холостых, если честно. Вот, красный. Это страшно для него. На всякий случай, одень. Я просто не понимаю, почему. Это, скорее всего, один выстрел ему нужен просто. Музыка же изменилась, да? Ну, я умри в наручниках. Умрешь как несвободный человек. Вот так. Бам. Подохло. Гони бабос. Гони бабос. На самом деле, мне повезло эту катку выиграть только потому, что в самом начале он тупанул. И в шансе 50 на 50 он выбрал выстрелить в себя. Много долларов, очень хорошо. Вложу все это и открою перспективный магазин видеопроката. Blu-ray диски буду прокат сдавать. В магазине. Поздравляем, Пуся. Буду в магазине, короче, да, сдавать 69. Да что, нельзя было округлить? Как это он 120 положил? Там что, двадцатки еще лежат у него? Я что-то не понял. Там центы какие-то еще, может? Открыт режим все или ничего. Да, спасибо. Это первая была катка. Разминочная. Теперь же мы с вами будем играть настоящую игру. Для взрослых дядь. Итак, начать. О, я готов. Я готов. О, прикольно. Такого раньше не было. Есть, смотрите, из таблетки можно подойти, а можно к телеку подойти. Ну-ка. Кони. Что за матрица там нарисована была? Вольта. Вольта. Какая-то компания здесь есть. Блин, у этой игры есть лор, но я его не знаю. Сделано выстрел 15. Та-та-та-та-та-та. А, это счет наш? Ноль пива выпито. Окей, хорошо. Это что такое, печать? Софья... А, это лидерборд. Окей. Мы тут что, можем с игроками играть? Вы это хотите сказать? Короче, здесь это лидерборд. Это заблокировано играть по сети почему-то. Очень сложно для восприятия, пока не понимаю. Итак, выпить таблетки может повлиять на способность к вождению. На благо, я не вожу никуда ничего. Поэтому играем в режим «все или ничего». Возможно, потом надо будет еще и его пройти. Наверное. Там, по крайней мере, в трейлере было. Подпиши отказ, значит, давайте. Там в трейлере было, что вроде как дилер ушел из чата, игрок вошел. Что как будто бы намекали на то, что мы будем играть с игроками. Нуб. Ну что? Что дадут? Дайте что-нибудь новенькое. Вот! Вот новое! Отлично. Все, пошла жара теперь. Будут новые предметы. Сюрпризы даже для меня. Один боевой, два холостых было. Но я думаю, что я могу спокойно в себя стрелять. Прекрасно. Фух. Я хочу... Надо сразу применить телефон, раз такие дела. Таинственный голос откроет завесу будущего. Ну-ка. Второй патрон холостой. Вау, вот это прикольно. То есть я могу стрелять в себя. Он сказал второй патрон холостой.
Погоди, начиная с того, который сейчас уже? То есть, я думал, имеется в виду изначальная очередь. Или, получается, второй патрон от того, который в данный момент находится там, внутри, в затворе, или где, как называется штука? Я не знаю, что я вообще здесь делаю, какой-то нубяра. Просто взял в себя выстрел. Опа, еще один новый предмет. Ну ладно, будем юзать. Два таких. Нет, это было, конечно, бесиво. Непонятно. И нечетко дали инструкции. Я не посмотрел, сколько там. Блин, ну ладно, неважно. Давайте воспользуемся этой штукой. Меняй текущий патрон в патроннике на противоположный. А какой текущий? Ну-ка, давайте посмотрим. Нет, нам не надо менять. Во-первых, мы сделаем вот так. Надевай, гад. Я не знаю, какой там дальше патрон. И это меня бесит. Потому что я не посмотрел. Я себя бешу. Ага, в наручниках сиди. Ладно, ну давайте. Скорее всего, это будет холостой. Поэтому я его скипну. Но если там боевой, то я скипнул не зря. Да, хорошо, вот. Сейчас мы стреляем в него. Возможно, это будет тоже боевой. Тебе больно? Не больно. Но больно будет сейчас мне точно. А у него что там за штука лежит? Какая-то у него совсем какие-то другие предметы, которых я не видел. Очень любопытно ему. Любопытно тебе, значит, да? Что это? Таблеточки? Мне так нравится анимация в этой игре. Блин, в этой игре есть яйца, вот так скажу. Вот все, все выдает мне борзость, дерзость. Я люблю такое. Я люблю, когда в творчестве есть такое. Ага, чё, чё. Даже если это комедийное, неважно какой жанр, но чувствуется, когда у автора есть яйца. В общем, да, он что-то там продолжает какие-то новые штуки делать. Зачем ты разбил? Выплеснуть злобу? И все в меня? Я проиграл? Чего так легко? Погодите, мне это нет, не нравится. Такого быть не должно. Сейчас как с разворота так. Оп! Да, я не умею в жизни с разворота, но в игре я могу просто пофантазировать. Хорошо, нуб реально оказался нубом. Пуся хорошо выступил, поэтому мы продолжаем быть Пусяй. Пуся. Что ж. Что дадут? Вот это новая штука, не знаю, разберемся. И вот, две новые штуки, отлично, спасибо. В итоге добавили целых уже 4 новых предмета, по-моему, да, получилось? Телефон, штука, которая меняет патрон, и вот эти два. Интересно, интересно. Я не посмотрел, какие... Вы меня отвлекаете, ребят, перестаньте меня отвлекать. Смотрите. Украдите предметы, используйте сразу же его. А эта штука 50% вероятность вернуть 2 разряда или же потерять 1 разряд. Вот эти разряды жизни имеется в виду. Хорошо, украдите предмет. Я могу украсть какой-нибудь предмет. Я украду на самом деле. Он даже, я так быстро сделал так. Оп, он даже не заметил. Он даже не заметил, а это у меня. Это мой предмет, он не заметил. Понимаете? Просто настолько быстро я двигаюсь. Так, теперь давайте попробуем выстрелить в него. Я не знаю, какие там патроны. Просто полностью на нуле у меня догадки. Никаких догадок. Поэтому продолжаем. Давай в него стреляем, короче, пофигу. Авось получится. Ой, кажется, я выпустил... Все. Черт! Это так неприятно. Этот звук, этот шум, выстрел в моих ушах. Ладно. Скипнем. Это просто раунд вслепую, я так не могу. Ладно, попробуем выстрелить. Получай. Есть, ну наконец-то, ну хорошо, ну замечательно. Ну, муа. Белиссимо. Сразу восстанавливать будет, да? Я тоже могу эту штуку использовать, но там 50 на 50. А я люблю эту фигню. Так не стреляй в меня, пожалуйста. Ну что ты делаешь? Хорошо, я думаю, пора, значит, вероятность вернуть 2 разряда. Или же потерять 1. 50 на 50. Крутите, барабан. Давай, нормально это табл? Плацебо? Че, угораешь, что ли? Тварь! Удача не на моей стороне сегодня. Но ты получишь свое. Ты получишь свое. Да, он получил свое. Люблю, когда все получают свое.
Но я хочу чужое. Я хочу удачи. Бесится. Злоба вымещает. Мне тоже надо на чем-то. Нечего. А ты меня еще и убил, да? Говно. Этого всего не было. Это был сон твой дурацкий. Я не умирал. Я только первый раз пришел к тебе. Итак, значит, что мы напишем здесь? Давайте вот так вот. А все решает случай в этой игре. Значит, мы будем так. Вот так. Не могу попасть. Черт, ни разу не попал. А, вот что-то попал. Так, и вот мое имя. Максиову. Максиову пришел сражаться. Попытать удачу. Неплохие предметы. Максиову. 1 на 3. Вот, все, я на этот раз посмотрел. Точнее, 2 патрона боевых, что-то я говорю. 2 боевых патрона на 3 холостых. Итак. А давайте посмотрим. 2 боевых на 3 холостых. Это холостой. Значит, мы стреляем в себя. Хорошо, теперь 2 холостых на 2 боевых. Я думаю, нужно повесить вот это. Так, и попробовать выстрелить. А вдруг? Хорошо, мне нравится. Нравится мне вот это. Остался 1 боевой и 2 холостых. Тогда мы стреляем в себя. Шансы, что я себя сейчас прибью, крайне малы. Вот они минимальные были, нулевые. Вот сейчас у нас есть шанс одолеть. Ты, блин, да почему? Ну и, конечно же, да, он это сделает. Сволочь. Надо было с себя стрелять все-таки. Я решил не рисковать. Засал. Вот если ты засал, вот что получаешь. Тьма внезапная. Максиову, ну пожалуйста, хоть ты победи. Ладно, не страшно. Во-первых, у нас есть пачка. Мы сейчас себя восстановим как следует. О, какие-то супер приспособления. О! Так, у него, кстати, пилы нету. А значит, мы сейчас можем рискнуть. Во-первых, черт, я так сейчас хочу рискнуть. Я попробую выстрелить в него. Я надеюсь, что у меня получится. Погоди, а зачем мне рисковать, если я могу сделать очень незаметный фокус? Трюк. Ац! Одевай. И теперь мне не нужно рисковать. Просто сделаем вот так. Будем надеяться, что сейчас я сниму с него 2. Очень бы хотелось. Очень было бы приятно. Хотелось бы, чтобы ему было неприятно. Мне от этого очень приятно. Спасибо. Так, ну здесь все, в принципе. Здесь все, в принципе, я себе. Ну чё? Понравилось? Что следующее нас ждет? И вас. Пачка. Этот адреналинчик. О, хорошо. Блин, лупы нет, я не знаю. Опять то же самое. Я сделаю так. В прошлый раз первый выстрел был как раз-таки боевой. А ситуация сейчас точно такая же. Возможно, сейчас первый. Это холостой. Я, конечно же, могу. Я могу воспользоваться адреналином, но мне не хочется. Мне хочется прям вот угадать, адреналин испытать. Поэтому я думаю, что сейчас будет первый холостой, и я его направлю в себя. Потому что я уверен. Вот. Видите? Господи, у меня внутри вся душа подохла только что. Ладно, я победил. Наконец-таки победил. Первый раунд прошел. Нормально. Разгоняемся. Мпксуа. Самый побеждающий человек в этом мире. Второй раунд. Опа, телефон давно не выпадал. Адреналин, пиво, сиги. О, еще? 5 предметов дали в итоге. Опа, всего 2 жизни. 2 на 2. Нифига себе. Давайте попробуем еще раз будущее услышать. Там 2 на 2, и он мне скажет второй патрон холостой. Холосо. Это значит, что... сейчас, скорее всего, боевой. Поэтому стреляем.
Правильно. Сейчас у него есть выбор. Он думает, что там либо то, либо то. Но теперь он точно... Ну нет, ну не надо так делать. Ну зачем? Ладно, сейчас. Хорошо, хорошо, хорошо. Сейчас он направит этот в себе. А, он просто его скипнет даже. Так. Что ты собрался делать? Что он делает? Еще один скип делает? Как ты знал? Как он узнал? Как он узнал, что это будет так? Что он такой? Как? Я не понял, какой он такой проницательный, умный. Молодец. Ну ничего. Мы сейчас отыграемся. Вот! Прекрасно. 2-2. Отлично, у него наручники, правда, есть. Это плохо. Мы их сейчас можем, кстати, себе подтырить. Ладно, давайте посмотрим сначала. А вдруг все окей. 10 холостой. Окей. Во-первых, вот это мы должны. А, значит, стреляем в себя пока что. Ага. Осталось один холостой, два боевых. Сейчас большая вероятность, что будет боевой патрон, но на всякий случай я посмотрю. Я даже тратить приметы лишние не буду. Не, зачем? Смотрите, как сделаю. Вот так. Оп, молись. Хотя бессмысленно, все равно в ад попадешь. Попадаешь. Да. Итого мы переходим на третий раунд. Мпаксуаеву, победитель. Второй раунд прошел уже, прикиньте, сейчас будет третий. Мы сейчас получим денег. Ой, как получим денег. Блин, классные предметы новые добавили, мне очень нравится. Телефон. Пиво. Штука. Лупа. Пила. Так, осталось, сколько у нас будет? По три всего, нифига. Окей, один боевой, два холостых. Я попробую рискнуть, мне просто хочется пощекотать нервы, как обычно. Блин, это самые адреналиновые моменты в игре. Окей, окей, окей. Теперь я снова хочу это сделать. А давайте прямо сейчас сделаем, посмотрим. Надеюсь, получится. Надеюсь, это будет боевой. Я, конечно, мог бы сейчас телефоном воспользоваться ради прикола или лупой, но... Чёрт, как плохо, как плохо! Да, он сейчас снимет с меня все. Ой, как плохо. Ладно. Макс Пуквайвуф не сможет проиграть. Это невозможно просто. Только бы пачку сигарет дали бы нам. Именно в этой игре я бы очень хотел получить сейчас парочку сиг. Пожалуйста. Есть. Ух. Ух. Вот оно как бывает. Черт. О, наручниками воспользоваться. Ну ладно. В принципе, сейчас здесь всего лишь 50 на 50. Давайте сначала пополним себе здоровье. Спасибо. Теперь эта штука меняет текущий патрон в патроннике на противоположный. Вот надо это воспользоваться этим. Будет как-нибудь, но не факт, что сейчас. Значит, давайте вот так сделаем. Сейчас как второй патрон там какой-то будет. Ну-ка. Второй патрон боевой. Хорошо, мы не можем позволить ему стрелять, поэтому мы сейчас выстрелим в себя, а потом в него. Я даже ничего у него украсть не могу, у него нечего особо красть. Ладно, значит, стреляем в себя. Very good. И, конечно же, в тебя. Очень неплохо. Мы сравняли наши жизни. Итак. Пила. Лупа. На самом деле, у меня всегда в этой игре преимущество, потому что я хожу первый. Ага, 3 на 3. Это как в шахматах, знаете, там белый всегда ходит первыми. Это... Огромное преимущество, на самом деле. Хоть я знаю, что существует множество комбинаций для черных, как все вытащить игру, но тем не менее. Что мы хотели? Мы хотели... Там было 3 на 3. Мы сейчас можем победить вот прям сходу. И мы сейчас это сделаем. Мы победили. Мы уже, считай, победили, да. Потому что я делаю вот так. Я меняю патрон. Оп, магия. Магический разряд. И патрон стал боевым. Да, победа. Мпксуаю, победитель по жизни. 26, что, все? Это все? Короче, я только что сейчас посмотрел в интернете, оказывается, режим мультиплеерный еще заблокирован. Его разраб еще просто не допилил, видать, поэтому он появится позже. Значит, в этой игре
в этом конкретном видосе мы с вами посмотрели, в принципе, все, что хотели. Я думаю, что на этом мы можем закончить на сегодня. Я бы в следующий раз еще записал одно видео по этой игре, точно. Потому что она очень клевая, и хочется уже поиграть именно с другими игроками, попробовать вот это вот, что это такое, как это. Может быть, там будет какая-то система жребиев, чтобы решить, кто первый ходит. Ну, короче, такое должно быть. Огромное всем спасибо, что смотрели. Надеюсь, вам понравилось. С вами был Юджин. Всех вас люблю. Увидимся очень скоро. И не забывайте про то, что у меня есть все мои соцсети, например, Boosty. Там можете поддержать меня, если вы имеете такое желание. Спасибо всем, друзья. С вами был Юджин. И всем пять!